И он отхилился. Нормально, нормально, все вообще нормально. Гнида тебя нахер, нахер, нахер. Всем привет, дорогие друзья, с вами Никсон. И сегодня мы с вами начинаем прохождение трех основных DLC к Final Fantasy 15. Давайте на них взглянем. Их даже здесь не три, а четыре. Гладиолус, Промт, Игнис и товарищи. Собственно, давайте начнем, наверное, с DLC про Гладиолуса. И посмотрим, что же оно из себя представляет. Так, тут новая игра, Зал Славы, Погоня за рекордом. Даже отдельное сохранение, серьезно? Так, ну обычную сложность... Потерпев унизительное поражение в битве с Раусом, Гладиолус отправился в путешествие, чтобы познать самого себя. Он решил вступить на путь стойкости, где его телу и разуму уготовано испытание, через которое сумел пройти всего один человек. Так, с этой уже где мы? А, это мы еще с ними. Спасибо нашему повару. На здоровье. Ты ведь с Маршалом ходил? Угу. Слушай, а что это у тебя на лбу? Это? Да, где крестиком отмечено. А ведь ему сильнее досталось. Ну и он тебя разукрасил. Кстати говоря, а кто он такой? Он мастер клинка. Ты не про кого? Начать обучение основам боя? Нет, мы это и так все знаем. Что же еще? Что, я не вовремя? Ты как, уже на месте? Да, в Вороньем гнезде. Хорошо. Спасибо тебе. Ну что, ты готов? Разумеется. А ты? Морально готов? Разумеется, готов. Скоро буду. Наконец. Что нужно? Воды. Спасибо. Спрошу тебя еще раз. Ты уверен, что готов к испытанию? Конечно. Чего бы то нет. Главнокомандующий уделал меня просто как щенка. Чтобы победить, мне нужна сила. Просто ответь. Ты готов или нет? Неужели ты сомневаешься во мне? Ты встретишься со смертью. В недрах этих руин будет ждать Гильгамеш. Эту пещеру обнаружили 30 лет назад. Туда ушло несколько экспедиций, но назад не вернулся никто. Почти никто. Да. Ты пошел на это испытание. И вернулся живым. А, вот про кого они говорили-то. Идем. Ну, окей. А, сила мышц и сила духа. Вступить на путь стойкости. Сказал просто по делам. Не хотел, чтобы они из-за меня беспокоились. Или чтобы узнали о твоем поражении. Ух, ну что ж, заходим в пещерку. А, дойдите до самого дальнего Ладно. Святилища. Я пошел. Обратной дороги нет.
Что это тут у нас? Зелье. А у нас вообще есть зелки? Ага, с основной сюжетки хрен. Я думаю, они сюда переносятся. Блин, что это такое резко? Опачки, это какие-то духи. У нас тут Dark Souls. Одолейте блуждающие души. О, хера. Ты пришел показать свою силу. Тебе конец. А ты еще кто? Мразота, а? От нас остались только наши души, цепляющиеся за осколки прошлого. Зачем? Чтобы испытывать тех, кто желает стать щитом короля, тебе пригодится обладание той силой, которую они тщатся обрести. Кто это все говорит? Бойцы мастера клинка поклялись служить ему до самой смерти. И даже после нее. Тогда придется предать их смерти еще раз. Ну нахер. Сука, какие же они живучие, а? Я что-то забыл, как... А, щит на правую кнопку мыши, по-моему. Да. Все правильно. Душа в доблести, 20 уровня. А мы какого уровня? Что-то не написано здесь. Ну ладно. Так, ну давайте пройдем. Проходим. Ползи, ну ползи, что ты? Что ты стоишь? Блин, чувствительность какая-то резкая. Хотя я вроде не трогал. Прям чуть повернешь на миллиметр, она так разворачивает. Другого пути нет, только вниз. Ой. Пролагался. О, май год. Это та змейка, да? Ну, значит, будем драться. Ну, у нас разве есть выход? Ну, она, кстати, не такая жирная. Во. Тем более мы не одни эту хрень все проходим. Нам одолеть надо Брунсормрак. Какого-то, блин, хрен прочитаешь его название. Он еще чуть покраснел. Ну ты чувак вообще какой-то ватный. Я видал монстров и пожирнее. О, Кор покидает отряд. Да ты чё? А, это тот голос был. Душа. Ты пришел доказать, что ты достоин? Гильгамеш. Да. Я хочу пройти испытание Гильгамеша. И что ты надеешься получить здесь? Силу. И ты мне ее даруешь. Вот как. Ох ты ж, бля, одолейте мастера клинка. Ой, хера ты чё исполняешь, чувака? А вот с тобой уже поинтересней. Блять. Сука, херосе. Грубая сила — это далеко не все. Только тот, кто в равной степени силен и отважен, достоин чести стать щитом избранного короля. Да ладно. Такой жирный он, по-моему, нам всех хп и снес. Это хоть так было и задумано, жителям или нет? Твоего мира угрожает великое зло. Лишь король королей и его щит могут спасти их. Кто не достоин этой ноши или не готов принять ее, встречает свою смерть здесь. Я ничего такого не встретил. Где твое испытание? Ступай же, если ты не боишься смерти. И покажи, чего ты стоишь. А, ну хоть против тебя драться не надо. Ты уже думал, ну все, нам хана. Так. К этому готов. Испытание уже начинается.
До самого дальнего святилища надо дойти. Мастерски владеет клинком. А что, ты ждал чего-то более пафосного? Хераси он несется. Охренеть просто. Ногтис бы так бы несся. Прям двухметровые шаги делает. Ну ладно. Так, что же у нас дальше? До самого дальнего святилища. Сделок тут больше нет. Нам, да, надо же хипешечки подвосстановить. А то так дело не пойдет. Так, и здесь лагерь. Можно отдохнуть. Блин, а нахрена я тогда восстановил, если здесь лагерь? А хотя, чем мы будем тянуть резину? Давайте сразу пойдем. Будь начеку, смотри в оба. Само собой. А, бомбочки, бомбочки. И еще скелеты. Заебись, вообще просто шикарно. Ну, один хера не ватный. С Гильгамешем было поинтереснее. Блин, ты что творишь? Это такой риски, что не могу совладать с управлением. Во. И корт нам помог. А что-то F-ка еще не нажим. А, все, нажалось. Как бы и сразу. Так, вроде всех убил. Твое мастерство впечатляет. У тебя может хватить сил, чтобы одолеть тьму. Но хватит ли у тебя духу, чтобы пройти эти испытания? Да еще бы не хватило. Твои испытания детские, если честно. Мы побывали в гораздо больше задницы, чем ты нам тут показываешь. Че, ты каких-то жнецов, думаешь, не одолею, а? Ладно, их уже и нет. Все. А че же у нас снизу, снизу, снизу? А, он еще жнецы. Парни, вы меня ждали, да? Сука. Блять. Да ёбаный. Во. А, сзади нельзя, сзади нельзя нападать. Ты в курсе? Не будь крысы. Вон, а вот этот стоит, не трогает же меня. Блять. Да заебал. Заебал, мать вашу. Во. Внезапно так. И бурю. Сука. Да ём, чё ты такой изворотливый? Все, идите к залу испытаний. А это чё такое? Кактус какой-то. Хераси. Хераси, кактус. Так, это у нас ультразелье. Нам пригодится, давайте их тратить не будем. Не, ну обычные зелки можно выпить, а вот ультра не надо. Дотронуться. Что это? Зал испытания. Туда ты войдешь уже без меня. Да ладно, это еще и не испытания были. Я думал, это все входило в одно. О, Масамуны. Или что это? Войдите в зал испытаний, закаленный щит. Кор покидать команду. И тут против нас Брандон Шмык. Ух ты ж, блин. Так, давай сначала с ребятами разберемся. А это Нергал. 30 уровень. Во. Бритва тебя, землетрясением всем. Блять, ты еще навонял, сука. На нахер. Блять. Зараза. Достали зажимать.
Во, щит. Щит короля использует свой щит. Ну все, пацан, ты только остался. На нахер. Уже пол хп. Ног там, конечно, это дело было бы все быстрее. О, Ань, ты их еще и спамнишь. Тогда надо тебя только валить. Во. Так. Да. Бля, нет, нет, нет. Не ультра. Обычно сделку пьем. Ты че лег-то? Вставай. Вставай, я сказал. Все. Блять, заебал. Раз еще новые атаки использует. Нергал. На нахер. Да сука, ты че угораешь, что ли? Да как я по тебе. Да я попаду, все. Обретите силу душ. Что это такое? Что ты нам дал? Так, Гладиолус прошел первое испытание. Теперь он может блокировать самые сильные удары, даже удары самого мастера клинка. Выше голову, ибо щит короля ни перед кем не должен стоять на коленях. Так, это было только первое испытание. И за поддержку. Ты вышел оттуда живой. Это первое испытание. Тебя ждут еще битвы, прежде чем ты сразишься с мастером клинка. Так, ну ладно, давай отдохнем. Отдохнем, пока можно. Хоть посмотрим, может, что-нибудь интересное, да? Здесь есть, нет? Ну, давай сохраним. Да мало ли еще, блин, крашница, игра и все. Тебе пиздец. Эй, мой отец ведь не пошел к Гильгамешу. Хочешь спросить, почему? Давай спросим. Ну да. Это же не потому, что он боялся. Он боялся не испытания. Он боялся подвести своего короля. Он не мог оставить короля, державшего стену. Какой толк от щита, если ему некого защищать? А ты беспокоишься за своего короля? Конечно. Но я делаю то, что должен. Точно так же, как поступал мой отец. Хм. Ну, неплохо. Что хоть ж, это узнали. Пойдем. А то я еще хотел пробежать. У нас, блин, это какое-то слоновье кладбище или что? Или как-то на эти бивни похоже со стороны? А это просто сосульки. Сталактиды или еще как это называется правильно? Сталактиды, сталагмиты. Так. Сколько лет прошло с тех пор, как ты пошел на испытание? 30? Около того. Я был намного моложе тебя, и опыта у меня было гораздо меньше. Это просто чудо, что я остался в живых. Угу. Вспоминаешь знакомые места? Смутно. В тот раз я не особо глазел по сторонам. А, нет, не надо было ждать. Я думал, касцена сработает. Ага. Тут мы не пройдем с тобой. Нам надо идти вон туда. Только что я медленно-то иду. Мы же можем этот, как это, Ламборгини нестись. Во. Блядь. Так. И у нас, что же здесь у нас? Так, это взять ничего нельзя. Опа. Поднимайте с земли разрушающиеся колонны, используйте их как оружие, чтобы сокрушить даже самых опасных врагов. Да ладно. Это серьезно, да? Ой, да ладно. Охренеть. На нафиг. Офигеть, вот это приколюха.
Вот это прикол. Глади, ты меня удивляешь. Мне это понравилось. Стой. Мне это понравилось. Не трогай меня. Блять. Дай колонну. Колонну дай, говорю. Сука. Ладно, хер с тобой, так тебя замочим. Все. Ай, я хочу колонну взять. Блять, нельзя. Почему? Это бред. Это бред, когда не могут дать взять колонну, хотя идет бой. А мне она нужна во время боя. Сука. Во. Вот так вот тебе. Все. Ну нахер. Жиробас. Идите к залу испытания дальше. О, назелка здесь. Зелья. И больше ничегошеньки. О, проходим. Проходи. Не останавливай движение. Дохлый какой-то солдат, душа. Еще один зал, да. И возможность перенять мастерство этих воинов. Но тебе придется сражаться. Ну, сейчас будем и сражаться. Опять Масамуны. Какой-то меч, или это Масамуны, или не Масамуны. Опачки. А ты чё за птичка? На крыльях огня. Во, давай, 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 давай. С того дня, как сюда пришел последний гость, я давно сбился со счета. Да ё-моё. Посмотрим, как тебя покажет наш новый претендент. Сука. Так. На еще колонну. Еще колонну дай мне. Чувак. Дай еще колонну. Ты меня так убьешь. Все. Нет. Сразу, ладно. Покатаемся, покатаемся на тебе. Раз тебе мало. Во. Ладно, какая у тебя уязвимость. Захерачим. Еще бури. Во. Так. Теперь надо взять колонну. Я хочу взять колонну. Не мешай мне. Блять, не мешай, я сказал. Не мешай. Сразу. Блять. Во. Во. Все. Такое допустить. Вот ты пидорас. Вот ты пидорас. Ладно, блядь. Ладно. Ладно, все. Ты мне не даешь взять колонну. Играем тогда по другим правилам. Что за гнида ты такая, а? Живучая. Из-за тебя я Феникс потратил. Феникс, алло, ты вообще этого не достоин. Чтобы я на такую животное тратил Феникс. Вот, блять. Ладно. Сука. Че это такое криворукий? Пиздец. Пиздец. Да ладно, ты сейчас серьезно, да? Так, ты прям... Минус. Минус два. Окей. Второй Феникс. Охренеть. Вот это я сруинил, конечно. Сука, да ты сейчас серьезно? Пидорас, вот пидорас. Блять, вот гнида. Из-за тебя два Феникса. Че мне теперь на финал оставлять, а? Мразь, вот мразь редкостная. Да ладно. И сейчас ты серьезно, да?
Только не говори, что ты хочешь третий Феникс у меня забрать. Охуенно, охуенно. Третий Феникс. Охереть. Что-то он дамажит прям невзъебенно. Все. Мразь, три в мать его Феникса забрал. Дрянь. Сука, еще колонну разрушил. Так бы я бы его быстрее убил. Бля, пиздец. Придется без Феникса. Может, нам дадут хотя бы один. Дайте нам Феникс. По центре. Бля, ну зелье, ладно. Тоже пойдет. Там, по-моему, 4 зелки и 4 ультра есть. Ну, нормально. Хотя бы один Феникс-то надо. Новая сила. Ступай дальше, юный воин. С тобой наши мечты и надежды. Гладиолус прошел второе испытание. Теперь он может использовать вихрь, одну из искусств глифы или... Если его доблесть достаточно высока. Обрати взор в будущее, ибо задача щита короля — охранять его. Ага. Землетрясение вас. Всех. Блин. Глади не так просто передать. Навыки этих заблудших душ передавались из поколения в поколение. Во, у нас теперь этот копится ярость, по-моему. Или она уже копилась, я ее не использовал. Так, ну здесь ничего уже нет. Сюда давайте пройдем. Угу. Может, здесь Феникс есть? Это Феникс? Нет. Нет, сука. Дай мне Феникс. Мне нужен Феникс. Много Феникса. Что-то я забываю про быстрый бег. Вот, сейчас я вихрь еще. Вот, давай еще камешком вас, пацаны. Вот так по морде всем. Да, блядь. Чего ударить его не можешь? Все. Ну-ка, кинуть тебя можно? Нет, ты просто его положил. Я думал, он может прям швыряться. О, хера. Вот это я ультушку замутил. Все? Уничтожьте противника, дойдите до самого дальнего святилища. Те же задачи по-прежнему. А, это у нас ультразелье, ну ладно. Ладно, ладно. Ну, может, я и Феникса пропустил, должен быть. Тысячи ступали по этой земле, и все они были глупцами, не готовыми к тому, что их ожидало. Тебя постигнет та же участь. Хватит базарить. Я так не думаю. Достал. Думай, что хочешь. Мне лучше. О, Феникс. Люцис, ништяк. Где родился уже не тот Люцис, которому я служил. Ваше поколение, избалованное заботой короля и беспечностью мирной жизни, забыло ужасы войны. Сейчас я заставлю тебя свои слова забрать обратно, не переживай. Родится щит, достойный истинного короля. Спасибо за поддержку. Что-то базарит он много. С другой стороны, слабым всегда симпатизирует. Какой теплый. Ой, бля. То, что надо. Охуенно. А вот эту мразь я уже убивал. Я уже против нее сражался, я тебя помню. Мы вместе с Халербраном в основной сюжетке дрались против него. Только нам камень бы взять. Так. Давай. Во. Не мешай. Сучка. Ну нахер. Вот так вот вас всех. Это еще не испытание. В чем прикол? Дай камень. Во.
Все. Дай подойду. Глади. Бля, все. Еще пару ударов. Пару ударов. На нахер. Все. Комбинейшн. Убивейшн. Брандон шмык. Умирейшн. Все. Умер. Тут только вот это мелкое осталось. Блин. Все. Заебись. Идем дальше. Нам налево? Так, больше зелок. Что-то я не вижу. Наверное, еще должны быть. По-любому они, наверное. Слышь, гордость? Когда само твое тело предаст тебя? Или ты пойдешь на колени? Да, стал базарить. Блять, сука. Бесишь, дай мне колонну взять. Во. А до этого я не мог ее брать во время бури. Вот сейчас взял и предыдущий. Бля. Во. Один. О, чувак в скале прибит. Мечом. На нахер. Все. А меч нельзя взять, да? Это плохо. Так, у нас вот, чуть не пропустил тебя зелье. А то я на того хрена много потратил. И это у нас будет третье испытание. О, лагерь. Ну давай в лагерь остановимся. Здесь можно отдохнуть. Может, что-то опять скажет. Интересное. Лучше отдохнуть, пока есть возможность. И жуют они только обычную стандартную лапшу. Игниса же нет. Так, давайте здесь сохранимся. На всякий случай. Мало ли я не смогу справиться. И придется перезагружаться. Вот уж не думал, что снова вернусь на этот путь стойкости. Через 30 лет, значит. А что, ты уже тогда был бессмертным? Могу рассказать тебе. Ну давай, послушаем. И каким он был, этот мастер клинка? Помню я его смутно, но глаза... Его взгляд словно пронзал насквозь, до нутра. Он предвидел каждый мой следующий шаг. Эти глаза обмануть невозможно. Как интересно. Угу. Что ж, пора идти дальше. Блин, ну если так каждому костру будет своя касцена, значит, я первый пропустил. Блин, ну печально, я что-то об этом не подумал. Ну ладно, тот, думаю, не там не суть важно. Должен обладать как силой мышц, так и силой. Ой, духа. Бля. Если в чем-то он слаб, щит будет расколот. Надо срочно камень брать. И по мордахе всем. Слишком медленно. Во. Блин, одного не захватили. Одного, сука, не получилось добить. Все. Познай врага своего, дойдите до самого дальнего святилища. Зачем я это читаю по 100 раз? Ну ладно. Ладно, идем дальше. Так, а что же здесь у нас? Ладно, опять братишки спят, сейчас проснутся. О! Бля, я помню этого хрена, но он был 82-го. Тут он тоже такой, вроде сильненький, но не 82-го. Бля, дай мне забрать. Во. Сука.
На нахер. И в тебя. Сучка. Дай нам еще скалу. А скалы-то больше и нет. Придется так. Сука, хераси ты меня. Че, убить вздумал? Блять. Блокировал. Так. Давай зелку все-таки. Съедим, мало ли? Сука, че ты такой дерзкий? Блять. Все. Давай. Так. Ты остался у нас. Сопля. Сопля прям чуть-чуть. Чутка. Бля, не хочу зелку жрать, ну ладно. Придется на всякий. Все, да? Идите к залу испытаний. Зачем? За опять прочитал, сука. Впереди еще одно испытание. Докажи им, что ты готов. Быть щитом. Да докажем мы, докажем. Бля. Какие-то подвесы еще идут. Не пойму, нам будет графон убавить. А ты что-то это... В сюжетке такого не было. Во. Так. О, булыга есть. Надо ее взять. Попытаться. Блять. Да я тебя возьму. Во, заебись. Счастье. На нахер. Все. Ну это вот так добьем. Все. Сидели, забрали. Феникс, что-то я не вижу. Наверное, пропустил. Перед каждым этим же дается. Ну-ка, здесь что? Ага, нет. Здесь ни хрена. Ну, давайте зайдем. Будь честен, ибо щит короля не лжет никому, даже самому себе. Это проще сказать, чем сделать. Хм. Вот и третье испытание, да? Ой, была. Демон. Мать вашу, демон, давно не виделись с тобой. Бамба. Хера, ты какой большой, мне ты не нравишься. Бля. Дай заберу. С тобой только так. Иначе ты не понимаешь. Хера, он еще такой жирный. Бля. Сука, еще чуть-чуть. А ты... Ты выпил? Нет, не выпил. Ебать! Сука, блядь. Иди нахер, чувак. Ага. Я только не говорю, что это... О, пух Феникса. Забыл. И он отхилился. Нормально, все вообще нормально. Просто заебись, ты еще пролезть не можешь, жиробас. Пиздец, вот это я встрял, блядь. Охеренно еще, вот пух, вот кстати, его сейчас сожру. Сучка. Жирно.
Пиздец. Долго эти колбасы такими темпами буду. Ага, хер тебе. Сука. А ты что, забаговался? А нет, нет, ага, размечтался. Ебать, я же увернулся. Ты серьезно? Мразь. Бля, если Гладиус попытается блокировать атаку врага, который способен пробить защиту, и щит раз забьется, ему будет нанесен урон. Обрадовали. И он чем мне по морде заедет. Понятно. Понятно, ну живем, жрем, ультра. Хер с тобой. Пидорасина. Надеюсь, силок хватит. Ох ты ж. Пробил. И нанес. Да что же это за напасть-то? А, он активирует уже это. Бля. И колом больше нет. Он одну разбил, а одну мы разбили. Пиздец. Что-то какой-то он атомный. Он атомный реально. Я хз, убью я его или нет? Прям что-то жесткий нам попался мужик. Бури, во. Блять, только не говори. Я думаю, сейчас умру уже. Во, пошла жара. Так, жрём срочно. Бля. На нахер. Что-то он встал, ему, видимо, плохо. Колбасим его пока можем, быстрее, 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 быстрее. Он вроде забаговался нормально. Давай, стой, 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 стой на месте, стой на месте. Не шевелись, вот. Все правильно делаешь. Нет, вот это неправильно. Вот это неправильно. Дай мне накопить. Дай накопить. И теперь все. Вот тебе. Ну, это топово. Он забаговался. Мне повезло. Правда, сиделки на тебя пустил, урод. Ну, ладно. Ух, у нас еще один феникс остался. Одно ультра. Еще два или три ультра даже у нас осталось. Тебе осталось лишь одно, самое последнее испытание. Спасибо, обрадовал. Это четвертое уже будет. Если не ошибаюсь. А, Гладиус прошел третье испытание. Его клинок усилен аурой, позволяющей наносить урон Гильгамешу. Быть может, ты действительно готов. Возможно. Но об этом судить не нам с тобой. Да и с противником, равным мастеру клинка, ты еще никогда не дрался. Вот почему я не мог ему урон наносить, точно. Аура должна отдохнем, быть. Пока можно. Все дело в ауре. Мы и не знали. Сохраняем. Третья ячейка, должна быть четвертая, ну ладно. Мы лоханулись, ну не мы, а я лоханулся, конечно. С каждым бывает. Ну а теперь расскажи мне про себя. Интересно узнать, каким ты был. Ты правда хочешь это знать? Да, я хочу это знать, мать. Да, я хочу это знать. Давай, рассказывай нам все, докладывай. Ты же был куда моложе, чем я сейчас. Да, моложе и намного наглее. Я тогда вообще никого не слушал. Я ведь считал, что меня невозможно победить, пока он не поставил меня на место. Выставил меня на всеобщее посмешище.
Забавно, что после этого меня и прозвали бессмертным. Ясно. Но ведь ты же единственный из всех, кто вернулся живым. Достойно уважения. Ха-ха. Ну ладно. Суп был лучше некуда. Послушали, посмотрели и идем сюда. А подожди, а может быть можно еще раз остановиться и прослушать то, чего мы не видели? Пора сделать привал. Давай посмотрим. Нет. Нет. Так это не работает. Что ж, пора идти дальше. Так это не работает. Ну ладно, идем. Явился на смерть? Ищешь новой смерти? Ты забавный, но не более того. Тебе не достает его убеждений. У него голос как у пидора, кстати, почему-то. Чего? Того, кто ступал по этим пещерам 30 лет назад. Так 30 лет назад, он голос, ла-ла-ла. Он шел вперед, невозмутимый и целеустремленный. Но перед мастером даже он оказался бессилен. Я. И все. И все. Что-то хотел мявкнуть, и все. Заткнулся. А почему нам кор открывает? Кларус бы стал тебя отговаривать, так же, как когда-то пытался отговорить меня. Почему? Потому что тот, кого называют щитом, имеет право рисковать собственной жизнью только ради короля. Ты готов рисковать собой впустую? Вот что он мне тогда сказал. Да, впустую. Я чуть не погиб и ушел ни с чем. Я не отговариваю. Просто предупреждаю тебя об опасности, как твой отец когда-то предупреждал меня. В том зале помощи ждать неоткуда, и назад пути нет. Если не победишь, ты погибнешь. Справлюсь. Может, захвачу тебе какой-нибудь сувенир? Просто вернись живым. Обязательно. Так. Пух, 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 пух. Кроме пуха ничего и нет больше. Повеяло прохладой. Я чувствую, он уже здесь. Пусть готовится к бою. Зелье. Так, у нас где-то вот. Да, здесь должно быть ультра. Ультра. Подобрали. Что еще у нас есть? Больше ничего. Шинки. Хрена себе, сколько мечей. А, вон так не достает. В самом конце так не достает. Так, здесь ничего нет. Угу. Это, наверное, были предыдущие воины, которые пытались это испытание пройти, нет? Я здесь. Ты считаешь себя сильным? Если хочешь, убедись в этом сам. Окей, начинаем. Блять, херась, ты жирный, а. О. Ярость, ярость, копи нам ярость. Так, только зелку надо выпить. Сука. Бля, вот это вот жиробаса. Ой. Это щит бы явно не выдержал. Это лишь отсрочка твоей гибели недостойной. Ты весь дрожишь. О. Накапливай, давай, копи, копи, копи. Каждой секундой страх в твоем сердце крепнет.
сдался! Да, ведь ты такая же заблудшая душа, потому и пришел. Задрал базарить. Заткнись уже. Полагаться на грубую силу – признак слабой воли. Здесь погибло много недостойных. И ты погибнешь. Я не умирать сюда пришел. Я докажу, что достоин. Сучёныш. Бля. Ещё пол хп ему. О, даже теперь меньше. Бля. Сука. А, пробивает мразь. Ладно. Да ну нахер, я думал, я увернусь. Пиздец. Да иди нахер. Блять. О, восстановили. А, нам щиты предыдущих этих восстановили, что мы от них ударились или что? На, мразота. 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 Ты силен, но пока страх сковывает твое сердце. Ты будешь тратить свои силы впустую. О, вторая стадия, походу. Ништяк. Ты увидишь, на что я способен. Уж теперь я точно не отступлю. Ух ты ж. Ничего ты, камикадзе. Он куда сильнее, чем я думал. Теперь меня ничто не остановит. Блин, держимся, держимся. Ой-ой-ой. Ладно. Будем играть по твоим правилам. Еще чуть-чуть, давай, чувак. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это мне не нравится. Благо я увернулся. Сука. Нет, 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 нет. Вот это не. Вот это не. Вот этим не надо заниматься. Блять. Держи щит, глади. Так. Ультра, только ультра. Сука. Ой, бля, жрабас. Ай, блин. Он меня такими темпами грохнет. Так, вот это... Вот это уже звоночек. О, сука. Блядь. Сучка. Достал. Когда мне тебя ударить, если ты меня постоянно бьешь, а? Так, вот, вот в такой стадии его лучше не бить, потому что у него... Бля. Когда вот этот меч, это все, это капец. Ну, минус глади, да? Нет. Во. А вот и шрам, который он оставил. На нахер. Сука. Держись, глади. Глади, держись. Блин. У нас только ультра и два феникса. Все. Но еще и мечи остались. Вроде как они тоже действуют. О, давай. Ну давай, давай. Нет, 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 нет. Вот этим заниматься не надо. Блять, все-таки попал. Давай, копи, 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 копи. Во.
X4. Сучка. А, блин, все-таки попал. Ну тут уже только... Ух, больше никак. Сделки кончились. Ну вот. О чем я и говорил. Одна воскрешалка и все. О, блин, мразота. На нахер. Держим оборону, ему один удар осталось. Все. Ух, я был на грани, блядь. Прям на грани, аж на глади вспотел. Ну что ж, сувенир у меня теперь есть. Теперь я понял. Кажется, я и правда боюсь. Боюсь признать, что мне может не хватить сил выполнить мой долг. Я ухожу, но хотя бы не с пустыми руками. Пожалуй, мне уже пора. Может, мне не достает силы духа, но я защищу Нокта той силой, что у меня есть. Неправильно. Вот слова истинного щита короля. Напомнил. Страх и сомнение приводят лишь к смерти. Тот, кто боится увидеть свои недостатки, никогда не станет настоящим щитом. Но ты, примирившись с самим собой, доказал, что достоин. Избранному королю очень повезло, что ему служит такой человек, как ты. Да? Вместе с этим клинком он на меч дает. Я передаю тебе свою силу. Откуда же? Я забрал его у того, кто впечатлил меня своей силой воли. Этим самым лезвием он отнял у меня руку. Я не могу. Если он еще жив, то при своем сильном характере наверняка уже давно перерос привязанность к материальным вещам. Вот как. Ладно, тогда я не откажусь. А теперь ступай. Твой разум свободен от сомнений, а воля не скована страхом. Не должно последнему королю Люциса идти в бой без своего щита. Благодарю. Окей, окей. Это все? Вышел. А как же? И как быстро? Не ожидал. Тоже не ожидал, что все так быстро пройдет. Я вот что принес. Думал, тебя порадует. Ну надо же. Пусть останется у тебя, как сувенир. Ну, на этом и конец первого DLC выходит. Знаешь, он сказал, что потерял руку давно, в бою с одним безбашенным парнем. Да. Тот парень произвел на него впечатление. У него была просто потрясающая сила воли. Одной силы воли недостаточно. Нужно безупречное мастерство. Не докажешь свою силу, тебя вышвырнут. Ну... Он сказал, что тот парень выше этого, и что он наверняка давно перерос привязанность к вещам. Вот так.
Гладио. А? Никто еще не одерживал такой победы. Даже бессмертный Кор не смог. Зато у меня нет такого крутого прозвища. Ага. Все же хорошо, что я прошел. Теперь я уверен, что готов исполнить долг. Хорошо. Ну что, пора щиту топать обратно к своему королю. А то мало ли как там без меня. Верно, Гладио говорит, и все, наверное, да, на этом? Да, круто. Ну и как вам? Почетно и перпендикулярно. Как раз к шраму от того задира. Ага. Вот только на этот раз мне и самому тоже как следует досталось. Ты говорил, и маршалу там тоже порядком влетело. Он смельчак, раз пошел в ту пещеру. Да. Папа мне много об этом рассказывал. Надо же. Хм. Неужели мастер клинка жил во времена короля-основателя? 2000 лет назад. Долгий срок. И все это долгое время он ждал избранного короля. Да уж, ты совершенно не торопился. Зато не зря ждал. Ой, ну не надо. Да, не надо. Все же, даже если щит рядом, расслабляться не надо. Но если что, я буду готов. Конец первой DLC-шки. Эпизод Гладиолус 56 минут, но плюс-минус будет меньше в итоге в записи. Ну и прошел я это 11 февраля, все это безобразие. Так, и ничего почему-то нажать нельзя. А, все. Вы открыли режим погони за рекордом, вы открыли финальное испытание, вы получили катану Гензи. Вы изучили искусство глифы, мастер двух мечей. Изученное искусство глифы, мастер двух мечей, используйте Е. Используйте вихрь, затем F, чтобы нанести разрушающую комбинейшн. Так, ну, что у нас все выходит... Зарабатывайте очки как можно быстрее, уничтожая врагов. Чем больше будет ваш счет, тем лучше награда. В этом режиме вы можете сохранять игру. Вы не сможете сохранить игру. Нет. Не хочу это начинать. И у нас еще какое-то финальное испытание. Что это такое? Сразитесь с Кором Бессмертными. Познайте, что такое настоящий бой. Да ты че? А стоит ли? Ну давай попробуем. Ну давай, уговори, ладно. Выходец из весьма небогатой семьи Кор в 13 лет пошел на службу в Королевскую гвардию. Благодаря печати физической подготовки он пользовался уважением среди командного состава и вскоре стал одним из личных телохранителей короля Морса. 15-летний Кор был самым молодым солдатом в Королевской службе охраны. A few moments later. Финальное испытание, одолеть Кора. Пробую последний раз. Я уже, наверное, миллион раз... Тут еще пытаюсь пройти. Может я рак, а может это управление такое говёное, не знаю, я не могу его убить. Ну. И... На, сука. Вроде попал. Нормально. Тебе конец. Своей вертухи заебал ты меня. Пиздец. Тебе конец. О, да ну. Я не понимаю, как я с мечами тут отхиливаюсь. Какой раз уже так получается случайно? И как-то отхиливаюсь. Я вот прикола не понял до сих пор.
Ну давай, давай, ударь. Слишком медленно. Еще два удара. Один. Все. Накопили, давай. Теперь нам надо, чтобы ты в атаку пошел. На, сука. На, блять. Мразь. Во. Я скажу, что ты гандон, вот и все. Вот что я хочу сказать, и не трогай меня. Чуть больше половины снес. На, нахер, на, нахер, на. На, блядь. Так, вот это мне не нравится. Давай одну съедим. Мало ли. Слишком медленно. Чуть мне не нравится он сейчас. По-любому же берсергом станет. Его вообще надо сейчас по чайной ложке ударять. Только так с ним. Ну давай, давай. Тихо. Тихо, сука. Сука, иди нахуй. Нахуй, блядь. Ты так много еще никогда не матерился. Конченый. Конченый просто. На всю голову. Тихо. Давай. Еще немного, еще половина. Чуть меньше. Чуть меньше половины, давай. Давай. Ну уже. Ну уже, давай. Давай, 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 давай. Чуть-чуть. Так, опять берсерк, да? Ты угораешь, мразь. Мразь, блядь, мразь. Я так мышку скоро сломаю. Ты мне кор новую мышку должен, понял? Все за тебя. Так, что-то я очкую. Я очкую к тебе приходить. Сам ты падай. Все, иди нахер, нахер тебе, нахер, гнида, гнида тебя, нахер, 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 нахер. Нахер. Не подойду я к тебе. Я к тебе не подойду. Так, ну вообще можно, но блин. Опасно. Пусть он сейчас берсерка активирует. Думаю, он был бы рад назвать тебя. И потом я на него нападу. Кто? Тот, кто просил меня убедиться, что ты достоин служить истинному королю. Тихо, предыдущий. Просто иди нахуй. Далеко, далеко. Вот реально. Ты меня уже бесишь. Какой конченый босс, а? Вот тебе. Давай, сука. Сука.
Блять, заебал отродье. Что-нибудь скажешь? Блять. Ты иди ты нахуй, иди нахуй, блять. Тебе вообще по сопле осталось. Сука, я не могу уже. Тихо. Тихо. Да ну на. Да ну. Теперь твое финальное испытание. Я это сделал. Кларус бы гордился тобой. А теперь ступай. Выше голову. Ты ведь щит короля. Я, мать его, это сделал. Да ну нахер. Фух, бедная моя мышка, мне ее жалко. Фух, 6 минут 30 секунд я с тобой дрался. Я думаю, можно было бы и быстрее. Ох, ну что ж, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Это было непросто. Я, наверное, миллион попыток на это все потратил. Но я, мать его, это сделал. Всем большое спасибо еще раз за просмотр. Не забудьте поставить лайк. Подпишитесь на канал. Ну и не забудьте, пожалуйста, оставить свой комментарий. А с вами был Никсон в DLC про Гладиолуса в игре Final Fantasy. И увидимся в следующих DLC-шках по Final Fantasy. Всем пока, ребят.